буду снимать. Тут вот с краю еще живут. Буду снимать, особо ничего не говоря, потому что лес и лес. Если будет что-то интересное, я, конечно, озвучу. Но по большому счету, когда мы пройдем этот работающий мотор, там генератор, что работает у них, нас будет окружать, меня будет окружать тишина. Я вот иду вот так, просто по лесу. С этой стороны еще тут какой-то корт, не корт, что-то. Вот это однозначно лес. Причем лес натуральный, не насаженный. Но, как я уже обращала внимание, как я уже говорила неоднократно, когда общалась с девочками, что у меня такое чувство, будто здесь был просто вот лес. Да. И город пророс сквозь лес. Потому что деревья есть очень-очень старые, очень много старых деревьев. Но вот с этой стороны лес, он весь перемежается огромными вот открытыми пространствами, полями. Вот здесь была кукуруза, ее уже убрали, потому что уже середина сентября, хвала магистрам, давно пора. Но посмотрите, какое... Сейчас я на эту сторону перейду, чтобы велосипедист нам не мешал. Посмотрите, какое бескрайнее, какое вот там дальше. Вот деревья, 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 деревья. Вот. Это ферма. Мы вот мимо этой фермы. Наша цель — это вот ферма. Вот чуть-чуть по дуге дойти до фермы. Так что вот я иду. Какое небо. Посмотрите, какие облака, какое небо. Просто я бы сказала. Извините, конечно, что свистит ветер, сегодня поднялся, так что может, не знаю. Скажите своим ушкам, я извиняюсь перед вашими ушками за то, что выбрала для съемок исключительно день, когда дует такой сильный ветер, и спрятаться от него практически нереально, он повсюду. Но когда мы зайдем в сам лес, там вот в середине, там, конечно, будет тишина, там такого ветра не будет. Ну все, идем потихоньку. А вот с этой стороны была кукуруза. Как мы... Кукуруза. Кукуруза же это. Это остатки, да. Очень похоже на кукурузу. А с этой стороны поле было под паром. Поэтому оно зеленое, оно не кошеное. Вернее, его косили. Там вот в торце есть школьные такие площадки. Вон ворота стоят. Потому что вот за этими деревьями, вот как идет линия электропередач, да, вот за ними там еще один маленький район города Мюнстер. Вот мы покинули Хилтруп. У меня за спиной остался. Идем в сторону Гремендорф. Это там, где сейчас находится дом, в котором я живу. Вот. И этот Гремендорф, они все такие. Вот тут есть, вот тут мы живем, 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 такие классные. Тут бах. И какие-то заросли. Прошел 300 метров сквозь эти заросли навпростеть. И тут раз, снова живем благополучно себе, люди. Красота неописуемая. Ну, я сделаю паузу, когда дойду до фермы, включусь снова.